Электронная книга отзывов и предложений всероссийского масштаба. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой во время и после завершения кампании ЕГЭ. Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более комфортной и прозрачной, можно направлять на электронную почту ЕГЭ2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа. Предложения, которые в дальнейшем будут обобщены, рассмотрены экспертным сообществом, и самые конструктивные из них будут приняты в работу для того, чтобы усовершенствовать те или иные аспекты процедуры проведения единого государственного экзамена, которые в настоящий момент не в полной степени удовлетворяют общество.